Всем привет, с вами Никита и мой друг Ростик. И мы играем в «Одна ночь с лами» на самую сложную скорость. Я, наверное, это... Делаем на полный экран. Да не надо. Ладно, возьмем у нас приезжаем на яйцо. Пик, пик, пик. Ладно. Мяу, мяу, мяу. Или яйцо. Так, ладно, где эта слова? Уже проснулась. Я играю с фонариком. Не успел. Гад. Не успел, да? Гад. Успел или нет? Нет. Гад. Гад. Что мне показалось, как будто тут призрак этого яйца был. Я тоже. Вот увидели, вот я... Призрак этого яйца похожий на, знаешь, что? Голден слайм. Золотой слайм. Да. Он вот так. Это ужас. Это ужас. Я знаю. А кто? Это Да я знаю, кто. Это Красный паук. Давай. Вот я так и знал, что ты выйдешь. Я так и знал, что ты выйдешь. Видишь клоуна, и если он сейчас знает, не включай свет. Почему? Может, потому что скоро это там будет мама, знаешь, кто? Кто? Отсюда может послушать много. Не страшно, да? Это было Редмана. Редмана, да? Ой, на лице руки клоуна. Можно теперь я попробую? Вы самое сложное. На обычном. Нажми на кишок его. Блин. Кофе. Чипсы. Посмотри, он улыбается. А почему? Потому что он улыбается нашей красоте. Он же не улыбался. Но теперь улыбается, потому что мы хорошо играем. А теперь плохо. Вот. Вот я так и узнал. Вот он закрыл глаза, и я вот так плохо видел. Как размер? Мерзкий. Ода, рада, рада, раклон, привет. О, не выключай его. Хочу посмотреть, как он. Знаешь, он самый страшный. Угу. Он может немножко страшно напасть. Хочу посмотреть, как он нападает. Закройте. Я хочу закрыть его. Смотри, все. Не хочу. Смотри. Пойдем еще. Нет, шучу. Смотри. Я не закрываю. Я немножко испугался. Он самый страшный, скажи. Он это, я думала, это скелет, а это паук. Ладно, всем пока, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Довольные лайки ставьте вверх, а недовольные пока. И с вами был... Подожди, стой, Никит. А ты сделал 50 миллиардов тысяч лайков, мы выпустим новый сезон. Всем пока-пока. Пока.